И твою вытаскивать, что ли? Да не надо, у него пусть путает. Бери это, сачок возьми. Ну-ка, Саша. Все, лучше дальше, а потом сюда выводи. Это бедастый, Гриша. Кого? Вот это? Да. Ты заколебал какую-то крыму, когда бросаешь, когда вытаскиваешь. Не-не, это он зацепился за плавник. Давай, 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 в камыши, в камыши. Отпусти, отпусти, Андрюха. Пусть уйдет туда. Пускай уходит от камыша. О, давай, давай, воздуха ему, воздуха ему, Андрюха. Что за слабинки-то, ёлки-палки. Красивый желтый, смотри какой. Ай-яй-яй-яй. Аж жалко выпускать будет, да? Классный. Ага. Сколько? 56. Ух ты. Операционный стол? Профессионально. Давай, Андрюха. Убираю уже тоже. Да ладно, а ну выпить. Это Андрюха. Пожалуйста. Ой, блядь. Да, сфотографируй. Давай. Все. В мою сторону повернись, куда ты поворачиваешься. Блин. Они похуй, у меня же есть, у меня же имею право, да? Ты учил его, как, куда отпускать? Ты учил? Леха, вот так у меня это не 50 сантиметров, у меня, слава богу, там карпиарана. Это стопудово. У него глаз просто больше, а хвост поменьше. Не-не-не-не-не. Я тебе сейчас покажу его, как надо. Ну, хотелось бы, конечно, увидеть его. А то ты уже обещаешь три раза. Я тебе говорю, смотри, какой он у меня. Ну, это не у тебя пока. Это же самый, блядь. Не отпускаем. Сейчас мы запутаться должны. Мы запутаться еще должны. Вот воздух отдал ему, видишь? Воздух отдал. И всегда удочку прямо надо держать. Да ты че? И отходить назад. Да. Если что-то это вам говорит. Но это турецкий способ, назад отходить. Вода-то. Видишь, как я его технично положил? В этот, как его называют? И смотри, насколько я его поймал. Это тебе не самое, не 50 сантиметров, а 60 с чем-то. Зеркальный. Зеркальный. Так, Андрюха, давай я его... Это, сеточку бери. Подожди, вон там леск. Да, леск. Леск. Вот так. Вон карту. Ага, вот он. Не надо убивать ту чупа. Убивайся.
Сколько? 4. Сколько? 4. Ну давай, Гриш. Давай. Хоть сфотографируйся с карпом. Да, я сейчас буду снимать, как ты будешь сажать воду. Все, давай, хватит. Давай. Он клюет у тебя. Блин, ничего, обязательно на ту сторону. Тут на ту повернулся, тут на эту.